проводят туда с самого утра. Ребята не только слушают лекции, но и сами проводят эксперименты. Именно здесь многие из них находят ответы на самые сложные вопросы. Они спрашивают, а можно мне сделать здесь вечный двигатель, например? Бывают и такие. Другие говорят, а какие у вас есть эксперименты, скажем, с магнитными полями? Мы показываем. Они говорят, а нельзя ли у вас сделать пушку Гаусса? Я говорю, можно. Стоит только задать правильный вопрос. Мне было очень интересно узнать что-нибудь о сканирующей зондовой микроскопии. Меня очень заинтересовало сам элемент, который делает скан поверхности. Мне было интересно, как работает сие аппарат тлеющего разряда. Мне интересно, как формируются пленки меди на монокристалле кремния. Вот, например, мы недавно продавили вот такой рисунок. Его можно увидеть еще и в 3D. Это изображение очень маленькое, оно примерно 20 на 20 микрон. Эту кропотливую работу ребята делают с помощью специального прибора, сканирующего зондового микроскопа. Вот это сам образец. Сейчас мы будем затачивать вольфрам. Это основной элемент зонда. Сам процесс будет проходить таким образом, что под действием электрического тока из замыкания цепи будет ускорение процесса, при котором разрушается вольфрам. Сейчас появится характерный дым и образование воздуха в нашей реакции. Это увеличенная картинка с нашей камеры. Она передается на экран. Ну, наша иголка заточилась. Вот наша иголка, она готова. Ее видно невооруженным глазом, но она очень-очень маленькая. Эта технология используется во многих различных местах. К примеру, это неоновые лампы. Цвет самого столба зависит от самого газа. То есть от аргона он получается таким малиновым. А если это был бы обычный кислород, то тогда он был бы белым. Магнитом можно управлять этим столбом. И чем больше подается газа, тем этот столб будет толще. Вверху находится пластинка кремния, на которую мы напыляем, а внизу находится источник меди. Сначала мы очищаем ее газом аргона, затем перемещаем и устанавливаем над медью. На такие вот пластинки, очень тонкие пластинки, мы напыляем купром, например. А теперь мы поместим наш образец в камеру. Наш образец готов, и он уже остыл. А пленка меди очень тонкая, она во много раз тоньше пылинки. Objekt vorgeführt bekommen und das hat mir aber schon sehr gut gefallen. Ich konnte auch selbst was machen und deswegen macht das gleich noch mehr Spaß, weil
приветствовать. Такое любопытство у некоторых перерастет научный интерес, когда они снова придут сюда. Будут заслуживать, что вас делают для них и обладают. Вера Мурошкина и Вера Павлова, Наталья Грузина.